Знаешь, очень важно для прогресса понимать, что есть к чему стремиться. Mm-hmm. Как только спортсмен начинает думать, что он уже все умеет, и, ну, типа, он хорош, все, это в лучшем случае просто он стоит на месте, mm-hmm. а чаще всего это всегда падение вниз, потому что нет такого, как ты стоишь. Ты либо развиваешься, либо ты вот падаешь. Нет того, что ты вот занял какую-то нишу и все время остановился. Это, может быть, на этом уровне, если бы время остановилось, и никто больше бы в этом мире не занимался бы джиу-джитсу, понимаешь? Но так не работает. Если ты остановился, другие-то живут, занимаются, поэтому mm-hmm. ты по сравнению с ними уже идешь вниз. Поэтому очень важно чувствовать, что всегда есть уровень выше, всегда есть к чему стремиться. И, ну, твоя борьба никогда не будет идеальной. Никогда. Она всегда должна стремиться к идеалу, но как только ты решишь, что она идеальна, она будет стремиться вниз. То есть ни в коем случае нельзя думать, что mm-hmm. тебе нечему учиться.